До начала совещания Дмитрий Медведев дал символический старт промышленному производству тонкопленочных солнечных модулей в Чувашии. Вот зеленая кнопочка, возможно, нажать ее два раза. Два раза? Да. Хорошо. Давайте нажмем. Чтобы не ошибиться. Да. Сейчас. Довольно много денег. Поэтому... Предприятие по производству солнечных модулей стало строиться в республике в 2009 году. Именно тогда на уровне правительства России было принято решение включить Новочебоксарск в комплексный инвестиционный план модернизации моногородов. Дмитрию Медведеву детально рассказали об уникальных нанотехнологиях, с помощью которых создаются солнечные батареи. На одной территории сосредоточен полный цикл создания – от проектирования до конечного продукта. Это на самом деле типичная практика в мире. Потому что так получается, дешевле, быстрее. Специализированная организация, которая за всеми партнерами. С точки зрения проектирования, строительства, найма подрядчиков, охраны, у нас нет генподрядчика, мы сами являемся генподрядчиком. За счет этого мы экономим примерно 30% стоимости. Плюс к этому у нас есть целый кластер, который занимается научной разработкой. Потому что отрасль, в которой мы работаем, она за последние 7 лет выросла в 15 раз в размерах. И себестоимость всего, что производится, упала в 5 раз. На проектную мощность 800 тысяч солнечных модулей в год завод планирует выйти во втором квартале этого года. Напомним, что основным инвестором проекта стала группа компаний «Ренова». Подобные объекты она строит по всей России.